Археологический музей Стамбула очень популярен как у жителей, так и у гостей Стамбула. Комплекс очень удачно расположен среди большого количества достопримечательностей рядом с Топкапы. Скучно здесь точно не будет. Попадая в музейные стены, словно переносишься в старинную Турцию на машине времени, погружаясь в историю и искусство древнейших могущественных империй. Посещение археологического музея владельцем музея ПАС Истанбул является бесплатным. Экспонаты археологического музея делают его одним из ценнейших в мире. Музейный комплекс состоит из трех основных подразделений: археологический музей, музей Древнего Востока и изразцовый павильон. В его великолепной коллекции хранятся статуи бронхидов времен архаики со священной дороги между Дидимой и Милетом, статуя льва из Галикарнасского мавзолея, голова Афродиты со знаменем того алтаря Зевса в Пергаме, портрет Александра Великого, а также скульптуры, найденные в Афродизиасе, Эфесе и Милете, трех поразительных античных городах, известных своими мраморными строениями. Здесь также находятся многочисленные артефакты, обнаруженные в ходе раскопок под руководством Османа Хамди Бея, основателя турецкой музеологии и первого директора музея, открывшегося в XIX веке. В частности, в экспозиции представлен знаменитый на весь мир саркофаг Александра, найденный Осман Хамди Беем в некрополе Сидона во время раскопок. В отделе, посвященном археологии, выставлены многочисленные исторические памятники, рассказывающие о Древней Греции и в Древнем Риме. Одни экспонаты сохранились полноценно, другие лишь фрагментально. В число хорошо сохранившихся реликвий входят бюсты Марка Аврелия, Октавиана Августа, основателя Римской империи, поэтессы Сапфо и Александра Македонского. Здесь же можно полюбоваться изваяниями главных богов Древней Греции Зевса и Нептуна. Также сохранились часть скульптуры Афродиты, которая когда-то служила украшением храма Зевса в Пергаме. И изваяние льва – единственная ценность, дошедшая до наших дней в память мавзолея в Галикарнасе. Посетители музея могут увидеть военную атрибутику, старинные колесницы, наградные знаки, монеты и многое другое. Сходить в Стамбульский музей археологии стоит не только тем, кто обожает древности и все, что связано с историей, но и всем остальным туристам. Того, что можно увидеть здесь, нет ни в одном другом мировом музее, поэтому посетить комплекс непременно нужно, возможно, даже не единожды.